Привет и добро пожаловать в следующий час. Давай сыграем ремесло, военное ремесло 2, и посмотрите. Это рукопашник, это... Но. Лучник, это лучники эльфов, это эльфы, которые... захватывали, были захватывали орком. И это мой долг, это моя главная задача, спасение их. Хорошо, это, посмотрите, это мои миссии, это мои... задачи, это спасение эльфов, и возвращаемся или сопровождаем их на это герд. Хорошо? Посмотрите. Мы можем просто атаковать вместе. И если мы хотим, мы можем строить вооруженный сил, но это не нужно. И посмотрите, у нас есть корабли, но эти корабли, по-моему, это не нужно совершенно. Но посмотрите, это что называете, как называете, это эсминцы. Это эсминцы, это первый тип первый тип лодка, корабль военного флота. И, конечно же, поскольку у нас есть два, и просто у их есть один, это не будет проблем. Но мы будем огромные корабли в будущем, но сейчас мы просто... что называется, мы просто играем, поэтому это не нужно, совершенно не нужно. Посмотрите, это моя группировка, это огромная часть, и если мы просто атакуем на них, мы можем спасить похищающие. Хорошо. Убейте, пожалуйста, поскольку у нас есть, конечно же, повышение превосходства в числах, и мы можем концентрируем вооруженные силы на них. Но это может быть проблема, поскольку есть ас. Посмотрите, это башня, но эта башня не активна. Эти стены мы не можем строить стены. Это было возможно. О. Хорошо. Мы выторговаем хорошо. И посмотрите, это эльфов. И просто... О! А, нету. Хорошо. Это не... Это нет что-то. Это нет концовки этой миссии. Это просто дополнительный вооруженный сил. Лучники, которые могут помогать нам. Но это может быть и не нужно. Хорошо, мы просто можем контролировать в максимальном уровне 10 частей. Это не работает так. Поэтому я буду работать так, как мы движаемся их вместе с друг с другом. О, нет. Это может быть нет. Неправильно. Совершенно. Но это может быть окончание миссии.
это может быть? Честно говоря, я не знаю. А, нет, это хорошо. Все. Оу! Ха-ха, хорошо. Yeah, как я сказал, это очень легкая миссия. О, мой крестьян, хорошо. Это мой название сейчас. Но я потерял, это мой, что, проживал. Нет, я не знаю, но это плохо, который один из моих военнослужащих что-то умирал в борьбе. Но это не так. Это просто приближал себя с кораблей, и это не хорошая идея, не очень здоровая идея, по-моему. Хорошо, это все. Я надеюсь, это вам весело. И я буду смотреть и встречать с тобой, с вас в следующем клипе. Всего доброго, до свидания.